мы знакомы уже, страшно сказать, девочек много в зале, мы не будем говорить, сколько лет мы знакомы. Вот. И где-то в 80-е годы он ко мне обратился, сказал, что напиши несколько пьесок. И тогда был концерт, помнишь, в доме композиторов играл. И я вот тогда написал эти пьесы, посвятил Сергею Павловичу Ралдугину. Вот. А теперь мне удалось наконец их издать. Через почти через 30 лет вышел сборник, и вот там есть посвящение, я очень этому рад. Спасибо. Гениально.